Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Балцов, 7206. Я приветствую вас на первом видео по открытию контейнеров советских крейсеров. Сегодня мы откроем контейнеры. Помимо контейнеров советских крейсеров, сегодня мы откроем еще один уникальный подарочный контейнер, несколько ежедневных и даже несколько суперконтейнеров. А также нашей задачей в конце этой серии будет по максимуму открыть все, что есть в Адмиралтействе за жетоны. Что ж, давайте без лишних слов. У нас сегодня 64 контейнера. Первый – это ежедневный. О, я собрал страницу американских крейсеров. Не совсем в тему, но я ее собрал. Так, хорошо. Следующий контейнер. Советский контейнер. 5. 5 жетонов. Ну, это не очень хорошо. Ну, потихоньку, потихоньку. Следующий. Еще 5. Ну... Давайте дальше. Может быть, нам выпадет таки интересное что-нибудь. Блин, все еще 5. Ну почему оно так мало? Ну давайте побольше. Ну пожалуйста. 5. Это нормально. Весело. По 5 пока выпадает. Опять 5. Так, здесь в этом советском контейнере нам выпадет 5. Что-то как-то пока идем не очень хорошо. Хотелось бы больше. Все еще 5. Я думаю, хотя бы в один из 60 контейнерах там выпадет побольше. Все еще 5. Ну что ж, идем дальше. Еще один советский контейнер. Здесь 5. В принципе, так-то на Микоянке, думаю, я накоплю, но вот дальше. О! 15! Уже больше. Хорошо. Ба-ба-ба-бам. Опять 5. Дальше. 5. Угу. И все еще 5. Да ладно, 300 не выпадает, да, сегодня? День неудачный. Опять 5. Контейнеры-то тают, а жетоны не выпадают. Это обидно. Опять жетонов. Ну, побольше можно. О, новый примет из коллекции. Хорошо. Еще один ежедневный контейнер. Здесь у нас еще предмет коллекции, да, дубликат. Ну, хорошо. Пойдем дальше. Это подарочный контейнер. Ну, из него, как всегда, выпадают флажки, причем их мало, так что это, в принципе, не очень важно. Так, контейнерный ресурс еще один, из которого выпадает комбо угля и дубликат. Дальше. Еще один контейнерный ресурс. Дубликат. Угу. Так, советский контейнер. Опять. Ну, давайте побольше, ну, что такое-то? Ну, так же хорошо общались. Я вашу директиву за один день выполнила, а вы мне даже 30 жетонов дать не можете. О, я еще страницу собрала. Красиво. И новую нашивку дали. Так, идем дальше. Суперконтейнер. Уголь. 15 тысяч угля. Следующий тоже должен быть еще один суперконтейнер. Еще один суперконтейнер, в нем еще уголь. Ну, хороший буст. Собрал еще одну страницу. Да мы так всю коллекцию сейчас соберем. Идем дальше. Здесь у нас советский контейнер. 5. Опять 5, ну это мало. Давайте побольше, ну пожалуйста, хоть 15. Ну что, правда что ли, по 5 будем попадать? Ну так не пойдет. Давайте побольше. О, 25. Это уже хорошо. Здесь что? 5. Кажется, так как они выпадают, мне 300, я думаю, мне вообще не выпадет. Ну и все, еще 5. Здесь что? 15. Ну, это хорошо. 15 это лучше. Здесь у нас что?
5. Угу. Спасибо. Да! Так. Тихо, тихо. Это хорошо. Это отлично. Это отлично. Выпало 300 жетонов. Да! Что дальше? 10. 10 тоже хорошо. 10 это не 5, это хорошо. Что дальше? 5. У меня уже появилось второе дыхание, как только выпало 300. Что 10? 10. Шикарно. А ресурсы? Еще ресурсы. Я вижу, страница пока еще не заполнилась. Но, в принципе, коллекцию это, наверное, уже можно закрыть. Что здесь? Еще дубликат. Ну, а где советские контейнеры? Вот советские контейнеры. Давай, что здесь? 5. Ресурсы. О, прикольно. Дальше советский контейнер. 25 это хорошо. Дальше, дальше, что принесешь с собой? 5, понятно. Дальше. Ну, давай дальше. Ресурсы. Как всегда. Дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас еще ресурсы. Попадает еще дубликат, так что, в принципе, я уже могу закрыть коллекцию. Советский контейнер. Не подведи. Ну, подвел. Я возлагал на тебя большие надежды. Ресурсы. Да. А, что в тебе? 25, это хорошо. Это ресурсы. Из которого выпал дубликат. А, нет, это из прошлого. Думаю, это составание просто идет. 15. Ну да, контейнеров осталось мало. 10. Тут всего лишь 300. Один раз такое выпало. Правда. Пожалуйста, ну давай, пожалуйста. Я не буду озвучивать контейнеры, с которых падает 5. Да что ж такое-то? Это просто... Кошмар какой-то! Что это такое? Почему опять эти пятерки? Ресурсы. Надеюсь, все остальное это не ресурсы, а то будет как-то немного обидно. Нет, есть часовой скринер. Ну давай, ну позже. Ну, блин, ну опять 5. Ну что ж такое? Ну как так? Ресурсы. Дубликат выпал. Ну коллекцию сейчас закроем. Уникальный ВГ-контейнер, с которого день прям аккаунта, да? Да. А все, контейнер у тебя что ли советских? Как что за контейнер? Да что это? Была какая-то коллекция. Интересно. А, ну и последний еще один ВГ-шный контейнер, с которого выпадает не перемотал. Ну что ж, поэтому получается с контейнерами пока все. Ну что ж, пойдемте, выдал действие. Крейсеры СССР. У нас сейчас 610. И нам хватит только на Микоян. Вот как-то обидненько. Ни на Таллин, ни на камуфляж до Таллина не хватает. Ну ладно, нажимаем обменять. И получаем Микоян. Нам начислен, а больше нам ни на что не хватит. Ну, пойдемте хоть на него посмотрим. Микоян. Вот так выглядит у нас Микоян.
Каян. Все прикольно, прекрасно, прям 5 уровня. Хотелось, конечно, больше, но пока что есть, то есть. Зайдем в профиль. Какая-то коллекция, но я хочу дособрать коллекцию американских крейсеров. Так. Тоже. Здесь у нас что? Здесь не хватает двух. Ну хотя ладно, давайте сразу откроем их. Да, спасибо. Да, открывай, да. Ура, мы открыли еще одну страницу. Дальше что у нас? Угу. Стоп. Да. Угу. Не хватает трех. И собрана еще одна страница. Здесь собрана вся, получается, страница, и тут, получается, не хватает одного. Все, мы, получается, собрали коллекцию американских крейсеров. Ну, это открытие было с изюминкой. Всем спасибо за просмотр. Это лишь только первая часть. Будут еще части, где я буду открывать оставшиеся контейнеры, которые будут после 4-й директивы. И также еще больше контейнеров. На этом всем спасибо за просмотр. Всем удачи и...